времени никогда не стереть из памяти мою первую встречу с клубом. Тогда, в августе 1994 года, я еще не знала, что это была встреча на всю жизнь. Но я почему-то сразу поняла, что это не просто дом культуры. Это моя самая большая любовь. И я вас, Марина Владимировна, тоже сразу полюбил. Вы пришли такая молодая, полная сил и энергии. И я сразу почувствовал, что вы тут надолго. Я прошла вместе с собой путь длиной в 30 лет. Много сделано, и еще больше предстоит сделать. Но что бы я смогла сделать одна? Рядом всегда появлялись те люди, которые помогали воплощать задуманное. А помните, как в 2010-м кинопоказ возобновили? И даже чемпионата мира по футболу на большом экране смотрели. А газету «Аканевские вести» помните? Говорю же, люди рядом такие были. Сами придумали, сами воплотили. Каждое время имеет свои прелести и свои достоинства. А разве сейчас у нас плохо? Да что вы, Марина Владимировна, мне это...